В Госдепе прокомментировали поездку Путина в Крым. Государственный департамент США приурочил заявление под названием «Крым – это Украина к четырехлетию воссоединения республики с Россией». Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. В Госдепе оперативно отреагировали на визит Владимира Путина в Крым, посвященный референдуму о статусе Крыма, который прошел 16 марта 2014 года, назвав поездку президента России предвыборным митингом. Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию. Американские дипломаты также вспомнили, как крымчане 4 года назад голосовали под пристальным наблюдением автоматчиков. Позднее посольство России в Вашингтоне ответило на комментарий Госдепа, заявив, что в голословных обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов, заявили в дипмиссии. 14 марта Путин подчеркнул, что своим решением крымчане восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР. Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.